Ну окей, продолжаем. Наверное. Так, ну, что я могу здесь еще сделать? Наверное, ничего особенного. Я могу уровень взять, я думаю. Welcome home, I speak that. Very well. Она меня сдвинула. Then touch taken. Нет, я не могу уровень взять, мне чуть-чуть совсем не хватает. А, ну, это легко исправить, у меня полно всяких душ в инвентаре. Безымянного солдата... 1005, наверное? Нет, 2 всего. Какого черта всего 2? Это многовато, конечно, но пофиг. 14 сил, и теперь я могу использовать меч Миры. Хочу ли я использовать меч Миры? Не, он, конечно, двуручник и все хорошо, но, блин, он двуручник. Мои статы... Вот, продвинулся, убил босса в... Как это, оказывается, называется? Поселение нежити или что-то подобное? Дерево, да, убил. Ну окей. Яма опустошенных, там ничего нет. Ну тогда опять же, подножие утесы оттуда бежать ближе всего. Билд с Мьёльниром, может быть, будет. Мне сейчас лень в пое играть. Прям... Кто там умирает прямо сейчас? Ну, в смысле, прямо сейчас, это в смысле, пока я не пройду дарк. Надо привыкнуть к скорости меча. Так, мне не здесь нужно быть. Жизнь до 20, да, надо бы апнуть. Это следующий план. Также надо бы поменять заклинание. И попытаться к кому-нибудь вторгнуться. Да, прям сразу. У меня, конечно, плюс 2 исток. Это, наверное, не самый лучший вариант для вторжений. Причем я могу его, по-моему, плюс 3 сделать. Мобы на меня вроде тоже... Нет, не должны агриться. Странно. Я могу их атаковать вроде бы. Или опять же... Нет, видимо, если я не вторгаюсь, если меня призывают по знаку, я могу. Наверное. И что? Я видел, что где-то в этой стране были и хосты, и не хост. Они в канализацию ушли? А, видимо, они просто на той стороне. Там вторгся NPC-мародер. И мне засчитали его убийство. Окей, они не хотят, чтобы я им показывал всякие жесты неприличные. Я неплохо дамажу сквозь щит. Ну, учитывая, что это огненный исток. Нифига себе. Ты ну вас нафиг, чуваки. Ага, тут лестница, черт. Да.
И теперь там мои души. Все мои 1500 душ. Или сколько у меня было. Потому что, да, теперь красные фантомы и прочие разноцветные фантомы тоже рискуют, потому что мои души пропадают с меня и остаются в том месте, где я умер в мире... В мире, ну, в, у того хоста, в котором я вторгся. В том мире. Почему все ходят с фантомами? Потому что вторжение, приоритет вторжения — это миры с фантомами. Собака, что ты тут делаешь? Какого черта? Я сюда только зашел, а в меня уже кидаются тазиками. Окей. Ой, меня сюда откинуло? Какого хрена? А тележка все еще мертва. Какого хрена? Окей, на этот раз здесь собаки нет. Зато здесь есть мои души. Целых 1800. Меня убьют. Или нет? Да, меня не убьют. Сет миры, если здесь подниматься на лифте и спрыгнуть по пути, то где-то там в конце. Что с этой фигней делать? Потому что в прошлый раз она меня как-то очень жестко убила. Упс, он сагрился. Я не думал, что он так быстро сагрится. Он пролезет в эту дверь? Наверное, да. Чувак, смотри, дверь. Да, определенно влезет. Я хочу попробовать просто мимо него пробежать и открыть дверь. Ну, здесь проход куда-то дальше, я не уверен, что... А хотя здесь костер, вот. Это именно то, что я хотел здесь получить. Теперь я, по крайней мере, могу к нему бегать. Без проблем. Отправить лифт наверх и сбросить его в пропасть? Ну так неинтересно. Он еще морозит просто своим существованием. И не только существованием. Готов. Иритильский меч. А, меч, обычный колющий, стойка. Такие мечи жаловали рыцарям-легионерам Холодной долины. Оружие окутано стужей и вызывает обморожение.
Эти рыцари, преследуемые взглядом черных глаз понтифика Салливана, рано или поздно становятся чудовищами. Стойка стандартная, и он... Ну, у меня хватает на него статов, и по ДПСу он... Точнее, по дамагу. Где мой скимитар? 163-143. Красивый. И у него... Стоп. Да, у него физическая атака и все. Ну, посмотрим. Тут еще один какой-то лес. С какими-то... Ау. С какими-то обезьянами, мутантами, ангелами... Хренью? Окей. 35 обморожений накладывает. Ну да, но это не дамаг, это статусный эффект. Камень утраты. Это оружие отменяет. Ну, в смысле, делает из всякого огненного обратно обычное. Души вроде подобрал, сейчас проверю. А, нет, надо же. Просто с него дропнулось почти столько же, сколько у меня было. Так, тут что-то еще было? Нет. Только обезьяна, мутант, ангел, хрень. И тут ничего еще не было. У меня ковенант мародеры. Определенно может помочь удар в падении. И, похоже, попасть в этот ковенант можно только до убийства дерева. Там, судя по палке, какой-то шаман обезьян, мутантов, ангелов, хрени. А тут их двое просто. И они с косами. Ауэ, они могут атаковать... Точнее, не то, что могут атаковать во время своей этой трансформации, она просто у них очень быстрая. Если им надо атаковать. Черт, стамина. Окей. Чё ты там дымишь? Я не там. Нет. Как-то их много. Окей. А, блин. Почему оно не лочится? Окей. Теперь шаман. Это была вся моя стамина.
Нет, я не дам тебя огнем ничего делать. Окей. Вниз падать, наверное, не стоит. Сюда идти. Не, ну время-то, конечно, пришло, но я не уверен, что я хочу использовать дальний бой здесь. Я не смогу вернуться. Ну и хрен с ним. Наверное, ну и хрен с ним. Ау. Привет, Милдред. Опс. Ой, я ее заморозил. Пока, Милдред. Ну или кто она там? Нож мясника. Аскейлинг от силы, 24 силы требует. Топор рубище, естественно. Мясницкий нож с огромным лезвием, он принадлежал сумасшедшей, которая подстерегала путников на пути жертв. Прямые удары восстанавливают здоровье. Еще в поселении нежити эта женщина полюбила вкус человеческой плоти. Навык заточка. Заточка лезвия увеличивает количество здоровья, которое восстанавливается при попадании. Интересно. И что здесь под землей у нее было? Кроме лута. Шмот разбойника. Из первой части. Ну и из второй. Кожаный доспех из чужой страны, вероятно, принадлежал разбойнику, встретившему достойного соперника. В дальних странах нежить изгоняли, чтобы передать народу послание. А если послание оставалось непонятым, следом изгоняли живых. Что? Ладно. Кинжалы разбойника. Так, быстрый шаг. Такими парными кинжалами орудуют разбойники из дальних земель. Клинок в каждой руке позволит совершать различные атаки, в том числе движения для левой руки. Навык быстрый шаг. Это у всех кинжалов, ну не у всех, у многих кинжалов вроде бы. Так, ну сейчас я выйду куда-нибудь, где светло. И посмотрим. Тут относительно светло. Ну, обычный... Упс, у меня стамины нет. Обычный для кинжала одноручный муфсет. Относительно обычный двуручный удар. Если я возьму его в две руки, то просто достается еще один. И основной муфсет не меняется. Но вместо блока у меня теперь вот такая вот непонятная хрень. А это быстрый шаг. Ну окей, интересно, но я, пожалуй, пока что себе оставлю свой меч. Куда это ведет? К титаниту. Уже хорошо. И это выход обратно, понятно. То есть я все-таки могу вернуться. Чувак. Я, пожалуй, отхилюсь. Зачем мне Эстус, который... А, который, как он, пепельный Эстус, если я не использую магию?
Упс, рановато я перекатился. Это был плохой идеей. Черт, это тоже был плохой идеей. Окей. Ну, допустим. Мне определенно не нужно это, потому что все мое оружие нельзя обмазывать. Наверное, я хочу быстренько свалить Файерлинг и посмотреть, что я могу... Могу ли я проапгрейдить этот меч? Или там исток свой еще на единичку? И, может быть, я могу, не знаю, что-нибудь... Пиромантию чуть-чуть проапгрейдить. Мне нужно, правда, души для этого сожрать. Также я сейчас понял, что я вроде бы не прочитал описание дерева. Души дерева. Ну пофиг, в прохождении прочитаю. Обезьяна, мутант, ангел, хрень 1.2.0. Нет, я же их до этого убил штук 10, 15, сколько-нибудь. Так что определенно не 1.0. Нет, мерцающие, естественно. А сюда чешуя, естественно. А вот для кинжалов просто обычные осколки. Ну, окей, сток. Сток плюс 4. И на плюс 5 у меня уже нету. И может быть стоит его сделать обратно... Обратно физическим. Что я еще с ним могу сделать? Я могу сделать его изысканным, что увеличит скейлинги. 132 плюс 47, физически 147 плюс 30. А, в принципе, так чуть-чуть больше ДПС, правильно? Но очень незначительно. Грубый 186. Что, в принципе, даже чуть выше, чем, чем просто физический. Ну, по крайней мере, это лучше, чем пополам огонь и физика. Но я не уверен. Возможно, огонь против местных мобов эффективен, так что пока что я не буду этого делать. Окей. Почему Чикатану не юзаю? Потому что исток веселее. Я забыл, что у меня есть коса. Я не забыл, но ее надо бы проапгрейдить для того, чтобы использовать, да. И у меня только на плюс один хватает. А еще я немножко полый теперь. Да. Это потому, что я бесплатный левый убрал у чувака. Кстати, стоит, наверное, еще один у него взять, если он предлагает. Сколько у меня уже там этих было? 3. После 5-го он умирает, по идее. Жизнь. Я могу сразу 5-й взять. Я куплю у него тяжелый стрел. Хотя, мне не надо было, наверное. Then shall we begin? Bear. Еще раз? Нет. You have attained ample strength. All will soon be clear, my good lord. Ah, all. As I have said, but I weep that though. Be safe. Oh, I. Ah, all. Be safe. Какой отрицательный эффект от полова? По-моему, никакого, кстати. Это повышает что-то. В общем, что-то это повышает. По-моему, это удачу повышает при каких-то условиях. Ну и выглядишь как гнилый труп. Но от этого можно избавиться потом. Это ведь не перезагрузило локацию, так что он все еще тут. Не уверен, должен ли он...
умереть или что-нибудь еще там с ним должно случиться, я не знаю. Попробую перезайти в игру. А, к монашке я не ходил, да, которую спас. К ней надо бы. Рип, чувак. О, prithee. Art thou good yeoles, master? I am Uria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Another matter. Thou a lord, art thou not? Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Ух ты, сколько она всего продает. Темная рука, темное кольцо лжи, помогает фантому выглядеть человеком. Одно из иллюзорных колец, из тех, которые носили опустошенные в Лондоре. Позволяет опустошенному принять облик человека. Опустошенные Лондоры, обезображенные старостью, хитрые и жутко скрытные. Неудивительно, что их глубоко презирают. Белое кольцо лжи позволяет принять облик фантома. Кольцо жертвенности, темная рука, оружие позволяет владельцу использовать уникальное лондорское искусство опустошенных. Говорят еще, что это древняя реликвия первозмея. Темная рука безжалостно вытягивает энергию из своих жертв. Также ее можно использовать в качестве щита, нельзя использовать двумя руками. Навык вампиризм, обнимите жертву, чтобы украсть ее здоровье. Можно использовать только на людях. Ну, заклинания все те же, что он продавал. Лондорский священный фолиант. Фолиант Лондора, набранный шрифтом Брайля. Впервые о нем упомянула Лилиан из Черной Церкви. Отдайте его сказителю, чтобы изучить чудеса Лондора. Это запретная книга, поскольку она предлагает спасение опустошенных и проклинает живых. Ну, за 50 я куплю. Ядовитые ножи и камень очищения снимает с меня вот это вот... в общем, перестает меня быть полым. Замедляет развитие проклятий и излечивает опустошение. Оно не снимает этот эффект в том плане, что если я снова несколько раз умру, то я снова стану полым. Но оно снимает текущий статус, по-моему. Жители Лондора, земли опустошенных, используют это сокровище, чтобы имитировать нормальность. Иногда, одурачив даже самих себя, они нападают на собратьев. That a lord art thou not? Bearer of the... For the time thou remainst... And I... Ну, окей. Till we meet again. May the dark sigil guide. Я хочу ее броню. Ты что-нибудь новое скажешь? You can keep the... Нет. Goodbye, Marden. Ты тоже ничего нового не скажешь? Oh, we'll need a pyromancy tome. Though unorthodox, that would be the most... If this were the great swamp... Да, он это уже говорил вроде бы. Do not be... What is it? Убить ее. Скорее всего, я после этого смогу получить ее броню. Но нет. Welcome back. I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. Стримить еще буду где-то час. Изучить чудеса, лечение, восполнение, утешительные слезы, возвращение. Купить предмет. Добавляет ячейки заклинаний, кольцо святого. Кольцо, переданное каримскому святому, добавляет ячейки для дополнительных заклинаний. В Кариме древние сказания звучали голосами святых. Те учили наизусть бесчисленные священные книги и звучно читали их, за что и стали широко известны. Полезно. You know, in my home of Karim, I was a nun.
I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Oh, only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. You know, in my eye, but if I were terrible. Oh, what's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Only, they frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. Темный клинок. Обет молчания. Повторная смерть. Взрывает трупы. Кощунственное чудо черной церкви Лондора благословляет трупы, превращая их в ловушки. Лондор — это земля нежити, и вы встретите там лишь опустошенных и жалкие тени тех, кто когда-то вел неправедную жизнь. Нужно ли кому-нибудь из здешних обитателей такое благословение? Все послушники черной церкви — искусные мечники, и все они приняли обет использовать только оружие, сохраняя тяжелое молчание Лондора. И Лилиан, третья дочь, одна из основательниц черной церкви, любила рассказывать истории о страданиях и противостоянии опустошенным. Ладно. Have a pleasant journey. I pray for your safety. Ah, there I am. Так, ну пиромантию другую я не могу купить, разве что мощный поджог. Но я могу немножко... Нет, не могу, ему титанит нужен. Чёрт. Do not be gone for long. What is a tea? Окей. Ага. И у тебя ничего хорошего нет. Ашенуатман. Ладно. Я, пожалуй, все-таки возьму, не знаю, какой-нибудь скимитар там или... Нет, эсток, эсток, точно, у меня же есть эсток. Огненный плюс 4. Лондор звучит как действительно не Лондо из первой части. Переводчики мудаки. Ингеймовые переводчики. И всякие там археологи, кто у них там. Да, так намного лучше. Нефиг тут яд на меня накладывать. Описание темной руки я уже прочитал уже вроде, нет? И Зигмайер как-то странно перевели. Нет, дым. Ядовитый туман, из-за которого нифига не видно. Какой ужас. О, красноглазый. Ты
Души внизу, а души... Да, где-то... Ау. Души где-то там. И довольно много. Также я могу... Нет, не могу туда спрыгнуть. Но туда могу и сам спуститься. Мне не нужно спрыгивать для этого. Или... Нет, я не могу туда спуститься. Ха. Я не хочу здесь быть, здесь собаки, которые меня пытаются скинуть в пропасть. И при этом сами падают. Кольцо Морна. Священный фолиант из Карима. Окей. Осторожно влево. Видимо, я должен был приходить с этой стороны. И спрыгивать с этой стороны. Ну ладно, что за кольцо? Усиливает чудеса. Уродливое кольцо из тех, какие получали каримские рыцари. Усиливает чудеса. Морн уже у богини Кайфи и позднее стал апостолом архиепископа. Вдвоем они трудились над тем, чтобы смягчить страдания. Кайфа — это богиня... Та же самая получается, что... Ну, я понимаю, что Кайфа — это богиня Кайфа из второй части, но это та же самая богиня, что богиня Ватрека. Она... Ее по-другому как-то звали чуть-чуть. Но, видимо, это она же имеется в виду. Или даже ее так же звали. Окей. Богиня Кайфа, да. Там какие-то люди около костра. О, hello. How do you do? I'm Anri of Astora. Unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We're well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Oh, yes, Horace. He's not very talkative, but don't think ill of him. He is an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods, we... The next time... Okay. Окей. Пойду потрачу души. Пол этого персонажа базируется на поле главного героя? Ну, бывает. Стоп. You're an unkindled, aren't you? I am Cirrus of the Sunless Realms, former servant of the divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair.
I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. I doubt we've much to gain from blessing. Ну окей. Welcome home, speak very well. Then touch take now. Ну еще немножко жизни. Farewell, Ashen One. May the flame. Кто-нибудь еще тут новый появился где-нибудь? Или, может, там ты что-нибудь еще новое скажешь, интересно? Нет. Gaining admission to the League. Озвучка женского варианта похожа на Люси Зигмайера из первого Дарка. А этот чел, который Анри в мужском варианте, это озвучка, как его зовут, кузнеца-мага? Рикерта? Рикерта? Как? Я не помню, как его звали, но, в общем, который кузнец-маг в Нью-Лонде. Так, фолиант. Изучить высшие чудеса Карима. Священный фолиант из Карима, набранный шрифтом Брайля. Отдайте сказителю, чтобы изучить сложные каримские чудеса. Для белого пути свойственно верить словам слепых, так что фолианты, набранные шрифтом Брайля, не редкость. Окей. О, чемпион Аш, welcome back. Do you wish to... Oh, you've brought me a Braille divine tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. Восполнение, сила, слезы отрицания, здоровый шанс, когда шкала здоровья доходит до нуля. Чудо, которому учил Мор на посту архиепископа. Предназначено для того, чтобы дать умирающим возможность проститься с близкими. Слезы проливаются о живых, а не о почивших. То есть это... как оно называется? Ну, как в DLC второго Дарка было, и как в Демонах Чудо. Что если меня убивают, то я остаюсь одним хп или типа того? Опс. Читерство, читерство. Среднее лечение... Ну, окей. Have a pleasant journey, champion of Earth. I pray for your safety. Верхние этажи. Пойду посмотрю. Так, нет, это не верхние этажи. Верхние этажи в другую сторону. Во втором Дарке оно в DLC было, в первом, по-моему. В каком-то DLC вроде бы было. Вроде никого нет. Как дойти до гнезда вороны куска Эстуса без этого бага с деревом? По идее, нужно купить ключ за 20 тысяч и вот сюда. Оно выведет на эту крышу, а с этой крыши можно уже спрыгнуть туда. Но я не знаю, что там и... В общем, я никогда этого не делал. И да, кстати, гиганта можно осмотреть. И он дает семя дерева гигантов, как во второй части. Не знаю, при каких условиях он спавнится. Наверное, от вторжений, как и в самом втором Дарке. Так, ну... Ладно, больше мне здесь делать нечего, так что я поеду дальше. Окей. Хм.
Чувак, по-моему, это дерево, а не копье. Это немножко разные вещи. Ты, может, не знал? Ау. Осколок титанита. А, эти грибные тараканы. Оу. Много грибных тараканов. Черт, он меня услышал? Или он сам куда-то начал идти? Неважно. Щит с двумя драконами. Так, большой щит. 16 силы. 84 физического резиста. Самый легкий из всех больших щитов. Сделан из дерева и украшен двухголовым драконом. Большие щиты, как нетрудно догадаться, самые крупные из щитов. Они обладают хорошим балансом. Сильно снижают урон. С ними легко отражать атаки врагов. Навык толчок щитом. Тут костер. Тут был только что костер, где я... Откуда я пришел. Зачем мне здесь еще один костер? Собака опаснее, чем чувак с бревном. Навыки — это такая фигня, которую можно сделать, зажав кнопку, например. Что там у этого стойка была? Например, вот так. Или вот так. Кстати, да, на этих чуваков, наверное, этот меч тоже... Хотя, нет, этот меч сильно хуже, чем мой исток. По крайней мере, пока он не проапгрейженный. Самый правый проход. Я уже далеко влево ушел. Зачем мне самый правый проход? Видимо, либо эти чуваки очень уязвимы к огню, либо просто тупо мой исток наносит сильно больше урона, чем... Ну, мой исток плюс 4 наносит сильно больше урона, чем этот ледяной меч плюс 0. Что более вероятно. Осколок Эстуса. Окей, это что-то враждебное. И это что-то враждебное. По-моему, я не туда зашел куда-то. Окей. Костер не тот. Да. Это еще один такой же. О, этого не хватило, нет. Чувак, смотри, костер. Да. Именно. Душа путешественника и болото с крабами?
Тут будет огромный вражеский краб, которому нужно атаковать слабое место? Окей. Там какой-то Макс пил-пил. А, этого не хватило. Пост херетика. Так, стоит отхилиться. Окей, Макс пил-пил спрыгнул. Ему же хуже. Так, стоп, лут. Лут. Длинный меч, зачем он мне? У меня уже, по-моему, есть. Если нет, то все равно зачем он мне? Окей, тут ничего. Тут копейщик. Тут ящерица. А здесь... Здесь дыра в полу. И предмет на верхнем этаже. И мобы в засаде. Упс, он выжил. Он все еще выжил, потому что я не добил. Ау, ни хрена себе кристальное. Не кристальное, а копье. Копье душ. А, блин, идите все нафиг. Нет, я не хотел никого лочить. Я хотел просто перекатиться и камеру повернуть. Окей, нет, я пойду отсюда. Слишком много всякой хрени. Вот, сойдет. Окей. Теперь я вернусь назад и все-таки стукну ящерицу. Упс. Кристаллический самоцвет. Привет, кристальное оружие, которое не чинится, но дамаговое. Чувак, смотри, фаербол. И еще один. Ау. Окей, да. Ваши кристаль... Ваши не кристальные копии круче, чем мой фаербол. Я согласен, окей, пойду отсюда. Я не хочу здесь быть. Когда-нибудь потом вернусь. Так, а дыра? Осторожно, пещера. Я скорее... Стоп. Я не то, что не переживу падение. Я могу просто взять палку и кастануть спелы и пережить падение. Катализатор, которым пользовались поколения чародеев и еретиков. Чары являются академической дисциплиной, и сила чар находится в прямой зависимости от интеллекта заклинателя. Песня твердости. Чары ненадолго усиливаются. У него такой же скейлинг... Нет, у него хуже скейлинг, но чуть лучше базовый. Базовое это.
Базовая магия. Черт. Много у него ударов. Ударов у него определенно много. Пропустил NPC наверху, где было два мага. Я там много чего пропустил. Потому что там было два мага. Окей. Идти по правой стороне. В болото? Или... Ну, как минимум, лут стоит подобрать, наверное. Тут слишком много этих древоносцев. По левой стене, где-то справа он будет, блин. Одни говорят, иди по правой стороне, другие говорят, иди по левой стороне. Осколок титанита. Болото отравлено? Нет, удивительно. Это не отравленное болото. Что делает уголь? Уголь делает... Но... Он у меня на хотбаре есть. Уголь делает вот это. Я начинаю гореть, и у меня становится сильно больше жизни. Ну, не сильно, но больше. И теперь я могу призывать других игроков, призывать NPC, ко мне могут вторгаться и всякие подобные веселья. Веселые вещи. Иди вверх или вниз. Опс, почему я второй раз не попал ни по кому вообще? Опустошение я когда-нибудь потом буду, наверное, снимать. По идее, я могу... сходить к статуе Велки и там что-то, каким-то образом его снять за деньги. По-моему, он был не агрессивен до того, как я его стукнул. А, да, черт, они... Они что-то делают при смерти. Ну или не при смерти. Он умер, понятно. А, собака, иди нафиг. Хранительница до конца снимает опустошение, но стоит дофига. Это я тоже вроде бы знаю, но там что-то нужно для этого получить. Показалось, тут предмет был. Видимо, я ошибался, что здесь написано. Может помочь вправо, и тогда костер. Действительно. Действительно может помочь. Это определенно огромный враждебный краб. Есть ли у него слабая точка? О, там еще один. Да ну нафиг.
пойду обратно к магам. О, этот чувак агрится с такого расстояния. Также я попытаюсь к кому-нибудь вторгнуться все-таки. Я уверен, что болото — это отличная локация для вторжений. Так, и я немножко не там, где я должен быть вообще. Ау. Агро в эту сторону. Ну да. Но это не повод с такого расстояния агриться. Этот маг со своим пиу-пиу. Да, это было не очень хорошо. Ура, я вторгся. Убить фантомов или хозяина? Одного фантома или хозяина? Где? Ну, тут все живо, значит, не здесь. Крабы тоже живы, значит, наверное, не там. На старте, что ли, совсем? Почему хост сидит и ничего не делает? Ха. Ну, урона мало. Какого черта я ударил вообще, хрен знает в какую сторону? Черт. Ну, перекаты не очень удобны. А, какого... Почему? Ладно. Пофиг на души, там мало. Рапиры не очень в ПВП. Ну, блин. Во втором дарке были лучшим оружием. Частично из-за немножко кривых хитбоксов, конечно. Какие няшные крабы.
Тоже на старте, что ли, или я что-то не понимаю? Видимо, я чего-то не понимаю. Ударить моба я не могу, когда я сам вторгаюсь. Если я поставлю знак и меня призовут, то я смогу убить мобов. Я слышу звуки атак. И топот хоста. В первом дарте было веселее, что фантомы бесшумно перемещались. Ну и куда ты бежишь? Моб, помоги мне. Да, блин. Чёрт. Ну окей. Что-то с нет-кодом у них, кстати, совсем не то, потому что очень часто... Во-первых, очень часто фантомные попадания, то есть я бью, визуально попадаю, звук попадания есть, урон не наносится. Во-вторых, у меня тупо очень часто срабатывают всякие перекаты и прочее не в тот момент, когда я их нажимаю. То есть я там жму перекат, потом жму, как бы, жму два раза перекат, что спамлю. Потом отпускаю, но я все равно второй раз перекатываюсь, хотя не должен в нормальной игре. Так. Только прион и ПВП идеально. Ну, у меня включен глобальный. В смысле, выключен глобальный матчмейкинг. То есть только прион вроде есть. Или там можно что-то еще поставить. Да. Почему этот интерфейс не такой, как в предыдущих частях? То есть в предыдущем, да, в Bloodborne или во втором дарте, по-моему, я мог R1 и R2 здесь использовать, чтобы между вкладками переключаться. И здесь. Сейчас нет, сейчас я могу только здесь сразу открыть. В общем, я постоянно открываю не то и пытаюсь листать не той кнопкой. Я не уверен, что я хочу здесь быть. Окей, я уверен, что я не хочу здесь быть. Окей.
Окей, он может сквозь себя стрелять. Теперь я знаю. Ну, это выглядит как очень легкий босс, типа Гвиндолина, только еще более унылый, еще более легкий. Пока что, по крайней мере. А, нет. Гвиндолин плюс Пинвилл? Это не настоящий. Этот настоящий? Нет, тоже не настоящий. Ага, тот настоящий. Но этого все равно, упс, можно было бы стукнуть, если бы мне не кончилась стамина в самый неподходящий момент. Окей. Душа знатока кристальных чар. Она синяя. Одна из искорненных душ. Душа пресвитера. Я не уверен, куда там ударение, в общем. Близнецы пресвитеры, пресвитеры, кто они там, не знаю, когда-то были духовными лидерами для ученых из Великого Архива. Затем один из них присоединился к Легиону Нежити. Это Логан плюс Пинвилл. Плюс Гвиндолин с его телепортами постоянными. Ну, я могу пойти и потратить свои души. И получить еще один Эстус. И, наверное, синий Эстус мне вообще не нужен, потому что я совсем не пользуюсь магией. Не один всего был? Да. Оружие я усилить не могу. По крайней мере, то, которое я хотел бы усилить. Я могу усилить косу. Наверное. Повысить уровень. Хотя... Ну ладно, я повышу один. Все равно я больше одного не могу. Направо от костра, где было два NPC. Я ходил влево. Ну, схожу. Град кристаллов. Град маленьких кристаллических сгустков души. Уникальное заклинание, созданное краевскими проводниками-близнецами, известными как знатоки кристальных чар. Выпускает град небольших кристаллических сгустков души, способных пронзить врага. Давным-давно один, в общем, один из них заключил договор. И рапира. Магическая? Магическая. Скейлинг от интеллекта есть, самого требования к самому интеллекту нет. Интересно. Клинок этого колющего меча усыпан кристаллами, которыми некогда пользовались для самозащиты знатоки кристальных чар. Кристаллы, плод их многолетних исследований, повышают магический урон клинка и помогают его обладателю находить ценные предметы. Интересно. Навык стойка, в общем, стандартно. Ну, мне не нужна рапира, заклинание мне тоже не очень нужно. Ладно, потом, может быть, что-нибудь сделаю в другой раз. Да, до конца стрима 15 минут примерно. Чуть меньше даже уже. Но я еще немножко побегаю по этой локации. Так что, наверное, в само болото и по правой стороне локации я в следующий раз уже схожу. А сейчас я хочу все-таки... обыскать эти руины, где был босс.
Стоп. А, это маг просто. Понятно. С этой стороны намного удобнее. Сойдет. Окей, это было не очень хорошо. Ну, что поделать. Отсюда я могу спрыгнуть в тот зал. Это тот же самый зал, где... Куда я не хотел идти. Где маг плюс чувак со щитом на верхнем этаже. Видимо, да. А, блин. Ну, схожу сюда еще раз. Что ты здесь делаешь, чувак? В прошлый раз тебя тут не было вроде. Это еще один вход. Это еще один вход. О, маг теперь первым стоит. Это не сильно помогает, потому что копейщик меня станет. Но хотя бы так лучше. Впереди клад. Окей. Не похоже. А как попасть туда? Или что? А сюда еще я могу пройти? Это, наверное, тоже интересно. Как попасть к тому предмету, который был... О, щит, сокол. Который был в комнате, где куча милишников и маг. Ну, видимо, не так, как я сейчас куда-то пытаюсь попасть. Окей, это враг. Нет, я сюда пока не пойду. Я сток плюс 4, по-моему, и огненный. Да, плюс 4 огненный. Крабы, крабы. И это то место, куда я падал, правильно? Да, похоже. Это также то место, куда я не вовремя перекатывался. Также здесь кольцо мудреца. Ускоряет использование заклинания. Кольцо из тех, что выдавали легионы нежити фараона, я не помню уже, пофиг. Священники-близнецы, более известные как знатоки кристальных чар. Чародеи и хранители бездны фараона были известными воинами-одиночками, доверявшими лишь наиболее практичным заклинаниям. И шмот чародея стартовый. Там мои души. А тут трава.
Так, отсюда я пришел, правильно? То есть как попасть... Упс, камера, что ты делаешь? Как попасть туда, подобрать вот этот вот предмет, который здесь лежит? Отсюда с крыши? Или как? Нет, отсюда я не могу туда попасть. Ясно. Проход есть? Какой проход? Тут нет прохода. Тут проход ведет туда же. Где был копейщик, там ответвление влево. А здесь? Нет. На балконе? Я нифига не понял. Это не туда проход. Ну или туда, но не совсем туда. Тут тоже нет. На балконе ответвлений никаких было. Не было вроде. После первой комнаты с магом налево. Перед входом в эту комнату. Да, похоже. Какой заныкный проход. Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. How intriguing. Very well. Indeed, I am a sorcerer, with plenty to share. However, what champion demands service without recompense? Clearly, you are not that sort of woman. So you will make me a promise, that in exchange for my teaching, you will bring me knowledge, in the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Well, can you assure me of this? Окей, чувак. Very well. Я еще не проходил всю игру. I take it you understand the weight of a promise. I am Orbeck of Vinheim. Unkindled one. I shall teach you sorceries. We will learn together. It shall be like our very own school. Тут ничего. И тут. Пилюли из синих жуков. Вот ради такой фигни я тут бегал. Сколько? 10 минут. Ну ладно, в принципе, я не думаю, что я успею что-нибудь еще сделать. Так что, в принципе, показать лицо персонажа. Или того персонажа. Пофиг. Того персонажа я тоже не буду показывать. Ну, в смысле, просто не буду показывать. А, в общем, в следующий раз я продолжу с этого же примерно места. В субботу. Возможно, днем. Я постараюсь днем. Часа в 3 по Москве. А, но посмотрим. Может, у меня не выйдет. Могут какие-нибудь дела внезапно оказаться. Но на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравился этот стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.